А на первой квале будет как? Мастан? Не, точно. Маздай. Кто-то говорит. Он поставил на тебя звездочку, будешь водить. Протопал третий, трусы станет. Давайте смотрим, что по бафам не хватает. Дайте лапку. И чек на пул. Сейчас одну минуту. Охотник, ставишь в центре то ловушку твою ледяную. Так, в повороте скажешь, когда будешь что-то запущу. Так, в повороте тут? Да. Пустил. Паша, по СС-ам что там на третьей фазе, чтобы не было. Так, давай, отлетаем, кидаешь на БДК, графит на протопал, а повороте прибери СС, может кто-то упадет, того кинешь из танков. Скажу потом. На второй переходке. Давайте, великий, кто на ложках улетает, то всем ГП там. Срывал, не взрывал, стоял рядом ГП. А ты озвучивай, пожалуйста. Я скажу. Там охотник по возможности вступления снимай, когда два шаркающих будет. Давайте, 5 секунд, бой начинается, готовьтесь. Герои в атаку! Я оставлю тебя живым, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель пропустил рождение моего мира. Милики, 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 уходите. Чума, смотрим, 2 секунды, чума. Чума на адромалик выноси. Диспельте. Милики, ловушка, милики, милики. Милики, ловушка, милики. Аккуратно проходим. Милики. Чума, 2 секунды, готовимся. Чума на анлитайм выноси. Вы на меня-то звезду поставили. Так, милики, БДК, ловушка, БДК. БДК. Все проходим. Аккуратно. О! Падаем. Неизбежность, а Йоши мою. Долго. Мне кажется, за милика лучше отбежать в любом случае. Там типа просто время подходит, он бежал чуть-чуть, посмотрел, куда летит. Ну вы видите... Отбежали, но возле нас взорвали. Нас тоже. Да, кто-то из троих взорвал. Но это уже не важно. Там такая фишка, если на БДК ловушка, братья, вы просто бегите в бок. Вы быстрее от ловушки убегите. Не надо через нее бежать, она 3 секунды и взрывается. Раньше она 5 секунд лежала или 6. Можно было бегать там кругами, блядь. Сейчас нельзя. Это то же самое, что если вы дорогу переходите, на вас КамАЗ едет, и вы ходите из стороны в сторону, но на линии КамАЗа. Надо, блядь, сразу отходить. Как Рома тогда говорит постоянно, как вы дорогу переходите, сука? Надо подождать. Вот такой прикол был. О, квест же, я забыл про него.
Так, смотрите, там кого-то надо, кто в степях там есть. Дайте шкаф. Тыкайте на суммы. Так, давайте, тут можете фулбафы давать, кушайте рыбу. Давайте вас пока добафывать, чек на пул я запущу. Сними с меня, пожалуйста, звездочку. Ну ладно, хорошо. Так, Сирена дал звездочку, там поводишь их, чтобы они не улетали. Я нашел, кому дать. Так, запустил. А кому там дать-то? Больше некому дать. О, Леголас могу дать. Леголас, на звездочку будешь тоже стоять там. Вон крылькозяна. А, кстати, да, она же сова. Она что? Вон рыбку повесить. Так, дайте мага баф. И каску по друидам. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаяния. Давайте почти на допи пойдем. Доказательством моей безграничной мощи. 5 секунд, бой начинается, готовьтесь. Так, смотрим, ловушка РДД, РДД ловушка. Смотрим, чума 2 секунды. Чума на Леголас выноси. Милики, РДД ловушка, милики, проводи миликов. РДД ловушка. РД-ловушка, может тоже Ильича подтянуть. Смотрим, чума 2 секунды. Чума 2 секунды, выносим чуму. Тюменская выноси. Зачем вы вредите? Колобуну диспельте. Диспельте, колобуну, быстрее, быстрее. Фух. Не диспельте, вредите. Протопал, ловушка, все проходим. На протопале. Протопал. Так, Шарк еще вызывает, готовься. Так, смотрим, на ком ловушка. РД ловушка. Чума 2 секунды, милики, аккуратно чуму будете выносить, если шо. Балтика выноси. Чардж делай. Диспельте. Краль колеса и Балтику. После ловушки встанешь, протопал ловушка. Протопал ловушка, после заражения вставай. Краль колесни Балтику. Так, смотрим. Ловушка сейчас будет. Милики, милики, аккуратно, уходим. И чума. Чуму вредить, диспельте, ладно, не успеете повести. Леголас, диспел. Так, давайте. Айоши, дай каплю на протопала. Все, на край ушли. Айоши на протопала каплю. Клон, давай гимн на ману, ставь тотем. Так, играем по духу. Неизбежность, дай каплю на протопала. Так, набирайте между собой ренжу, престы, ханты, бейте сверки. Охотник, диспельте выступление. Дайте ретики на протопала, еще одну каплю съесть. Дайте зубы на него. Там хоть чума есть, что-то они живые сильно долго. Чумы мало. Наберите ренжу между собой, не стойте кучно. Да, 5 стаков. Ну живи.
там жили, как-то дайте что-то. Если есть, на протопала можете дать. Так, сейчас будет фаза гневного духа. Не сорвите агро, будет декатанчить. Лечай гневного духа. Мы по гневному духу играем, только не сорвите агро. Давайте духа играйте, сразу добивайте. Все, играем леща, массами бьем. Стали в звездочку. Все, за спину, вы плохо стоите. В звездочку станьте. Да ну плохо. Ахон, дай трапы. Дай трапы. Так, первую в центре бьем две штуки, две в центре. Дайте рост. Так, вышли из-под леща, осквернение, вышли с центра. Слава. Добивайте вальтир, играйте в леща. Вышли с ложи, что вы там стоите? Стали себе звездочку. Звездочку стали. По команде выбежим, скажу, кого сливать по команде. Так, готовьтесь, готовьтесь. Готовьтесь. Все, вышли с центра, вышли, вышли, скажу. Давайте в центре валькиру, в центре кружок и трусы. Кружок и трусы. А давайте, кружок и ромбик. А, да, кружок и трусы, трусы, давайте бьем трусы. Full dev трусы. Давайте трусы бьем. Давайте. Успеем. Ох, на краю, молодец. Только не упади. Давай, веди в центр, скажу, когда миликом выйти с подлеча. Будет осквернение. Вышли с центра. Лужа, смотрим, на ком лужа. Блять, ну что сказал же, вышли. Веди в центр. В другую сторону. Так, давай, становимся звездочку. Охотник кидает трапы, валькир встанем, сливаем. Давайте, первую не бьем, вторую. Две в центре бейте. Дайте им станы, паладины. Ромбик, там я. Вот это ромбик, трусы. Вышли из-под валькира, осквернение, вышли из-под валькир. Валите. Играем в леча. Стали звездочку. Сейчас будут валькиры. Давайте звездочку стали. Ох, не знаю. Давайте валькирам встану, сейчас переводим, а давайте бурсты свои. Скажу, когда выйти. Вышли. Так, вышли, в леча играйте. Так, в чем я? В ромбик играйте, в ромбик. Full DD в ромбик. Стан дайте. Full DD в ромбик. Бейте ромбик, там я. Только ромбик бейте. Не успеете леча перевести, ромбик бейте. Давайте ромбик бейте, потом уже трусы сольете. Давайте трусы. Дайте стан трусам. Ладно, трусы улетели, хер с ним, минус один, играем по лечу. Стоим тут, сейчас будет переходка. Все, молодцы, идем на край. Давайте идем. Так, ДЦ, давай гимн на ману, давайте инр своим шаманом. Играем только точечно. Наберите ренжу между собой. Играем по сферкам. Присты, ханты, все играем. Только духа, который с меткой. Давайте. В нового переключились. В нового. Давайте. Хороший трайв. Играем в печеньку. Давайте в нового духа поставил печеньку. Ай, забери, кто там, заберите. Теперь только печеньку будем бить, нового не переключаемся, добиваем печеньку. Так, давайте теперь в печеньку играем, сфера, аккуратно. Стоп под духом, духов стоп. Играем в печеньку, в духов бейте. Бейте гневного. Давайте. Поставил звездочку, за мной ходите, вожу под шаманов. Духов бейте, главное в комнате. Идемте. Давайте сюда стоим, бежим, хилимся. Давайте кастуйте цепуху, раз.
бежим. Шаман, там бомба, аккуратно, не упади. СС-ы давайте, паладины, чейте локи. Хилимся, бежим. Давайте, рейд фуловый. Стоим тут, похилимся, духов бейте. Бежим. Селена, дай гимн на ману прямо сейчас. Давай. Так, стоим, бежим. Все, Селена, тоже беги. Так, стоим тут. Стоим. О, бля, с цикуны, бежим. Звездочки, стойте. Стоим тут, выход. Так, паладин, лови духов. Фул ДД гневного духа, в печеньку все. Можно я гимн пропою на ману? Да, пой. Играйте в гневного духа все. Все, ушли с-под лича. Ушли с-под лича, играем в лича. Уводи. Ушли с центра. Давайте, с центра ушли, протопал хлопает, протопал хил. Так, вышли с-под лича, осквернение, вышли с-под лича, вышли, вышли. Рафит, осквернение, бьем лича, никуда не веди, будет комната. Стоим тут. Звездопада оставляйте на комнату. Стой, не веди, не веди. Да, чуть-чуть. Звездопады сразу, играем по духам. Инер столбу, пожалуйста, как отправиться. Дайте инер столбу, давайте звездочку. Давайте сюда бежим. Давайте стоим, хилимся. Две волны, раз, два, бежим. Давайте за угол, за стенку прям бегите хорошо. Звездочку, бегите, бегите. Дал мастер. Да не надо было, бежим. Я скажу там, если что. Давайте стоим тут, проходим, духа главное бейте. Давайте духа бейте, подлетают, топор кинул. Давайте проходим звездочку, стоим тут, сейчас будет выход, все идем к порталу, идите все. Давайте к порталу, столб, осквернение, аккуратно. Вышли из-под лича, протопал хлопай. Веди на ту сторону. Ушли от лича, осквернение. Вышли из-под лича, вышли. Смотрим, на ком лужа там. Выйдите от лича, неизбежность. Такой трэш запороть, это будет просто капец. Играем в лича, никуда не веди, будет комната. Что запороть, что я сделал? Да не, ну там просто под боссом милики бегали, все на них уже кинулись, могли бы упасть. Давайте, последняя комната, живите, не падайте. Лича задотайте, сейчас комната будет. Звездопада сразу, давайте. Давайте, звездочку бежим. Дайте там столбу инер, если есть. Давайте тут стоим, дайте руки столбу. Давайте проходим. Давайте проходим, идем, идем. Давайте сюда стоим, тут хилимся. И идем дальше. Духов бейте. Давайте звездочку. Хилимся. И идем дальше. Тут вообще такие бомбы стоят, что-то падают, что можно тут покурить и кофе выпить. Давайте, главное, духов бейте. Давайте проходим. Все, выход сейчас и сюда веди его. Ушли из-под духов, ушли, ушли. Все, и добиваем. Уходите из-под мелких. Никуда уже не видит, тут добьются. Все, молодцы.